Всем привет! Сегодня воскресенье. Я с утра сходила на тренировочку после праздничков. Вчера ходила, сегодня сходила. Вот. Сейчас Денис ушел в баню, а я решила разморозить холодильник. Мы вроде недавно размораживали, у нас опять наморозило. Сейчас покажу, какой слой. Смотрите, вот такой слой опять наморозило. Сейчас буду размораживать, мыть холодильник. Запасики мы доедаем новогодние, вот только холодец остался. Вот. Вчера закупились мясом всяким, сейчас покажу все. Я уже наготовила. Котлетки у меня уже тут готовые лежат. Так. Что у меня здесь есть? Это я на суп от курицы, привет, оставляю. Это курица разделана тут, получается, бедра, ножки. Крылья, потом запекать. Здесь у меня от индейки косточки тоже на суп. Гуляш из индейки сделала. Вот. Печень потушила вчера. Вчера сходили в магазин, набрали на 1000 всякого мяса. Я нашла магазин. Раньше не ходила туда почему-то. Хороший, кстати. Там всегда свежая курица. И я сейчас там беру бедро индейки. Очень нам нравится вкусное. Фарш там хороший куриный я покупаю. Печень. Вчера купила печень индейки, потушила. Кстати, вкусная. Так, что я еще купила? Ой, я не помню уже. Все помаленьку, в общем. На 1000 у меня вышло. Там и свинина есть, и говядина. Мы что-то в основном курицу берем всегда. Как-то больше нам нравится. Дешевле. Мы, блин, опять в эти праздники заболели. Ярослав заболел опять, это ларингит. Вот, вызывали врача. Вот, там нам выписали всего помаленьку. Ну, Ярик уже кашель остался чуть-чуть. Проходит. Теперь я заболела. Насморк, горло. В общем, вот, лечимся. Вот такие у нас дела. У вас как дела? Кто как отметил Новый год? Рассказывайте. Где, с кем отмечали? Мы вот дома, в узком семейном кругу. Скромненько посидели и спать. Тем более болели. Вообще ужас. Это буквально вот за месяца полтора вот так намораживают. Это, конечно, не дело. Нужен новый холодильник. Ну все, вот сейчас с 13 числа Денис в отпуск идет. И мы начнем ремонт делать. Сначала ванну с туалетом сделаем, потом уже кухню. Все, вот так вот. Огурчики брали. Потом Дениса мама делала такие вкусные, кстати. Это осталось от 3-литровой банки. Стенки, блин, что такой грязный. От майонеза что ли тут? Сейчас буду все чистить, мыть. Поставила кастрюлю, с яйца еще уберу. Эту стенку набрызгаю средством и протеру потом. В общем, вот дверь вымыла. Дверь, вот эти ячейки почистила. Еще две ванны лежат. Вот. Штучки. Все помыла, вымыла. Здесь у меня все чистенько. Здесь у меня еще не разморозилось. Это глыба. Кое-как вот эту вот полку, здесь вот полка была. Кое-как ее сняла. Тут у меня еще лед. Сейчас дверьку тут мою и буду там разбираться. Все, выставляю все на места. По местам. Здесь я храню вот у меня горчица. Кукурузка, томатная паста, аджика. Да, вот такую аджику покупаю. А здесь рисовый уксус. Мы роллы как-то делали сами. На второй полочке у меня соевый соус, масло с запахом, уксус. Пиво еще стоит. Кетчуп, майонез сюда ставлю. Так. Сюда еще молоко ставлю. Так, что у меня еще? Сметанка. И сюда холодный вверх. Здесь яйца. И вот.
На полочках у меня всегда вот это стоит. Целый кулек хлеба нарезала. Тогда по птичкам их несу. Кстати, такой же кулек уже высыпала. У нас вот сверху не видно. А, отсвечивает. Ну, в общем, там канализация, люк такой. И на этот люк все высыпают там хлеб, кто пшено, кто что. И там птички кушают. Вот я сегодня отнесла одну партию. И вот еще одна. Только хлеба, блин, дома осталось просто. Последний кусок остался. Ни в какую не вылазит. Еще чуть-чуть, сейчас подожду. Этот-то отпал. Ну, сейчас этот достану, буду мыть все. И включать холодильник. Морозилка у меня вроде еще не сильно. Не, морозилка нормально. Не сильно наморозила. У нас почему-то здесь вот очень сильно морозит. Не знаю почему. А, вот, кстати, Денис мне сказал, что я как бабка старая уж сухари птичкам собираю. А куда девать еще хлеб этот? Очень много, больно, осталось. Ребята, я наконец-то закончила. Время 6:30, начала в 5. Все вымыла, все на место уже поставила почти. Ящики остались. Все, закрываем. За холодильником. Сейчас буду фарш крутить. Вот у меня фарш куриный, 200 рублей стоит килограмм. Здесь у меня капуста, лук, чеснок. Сейчас все вместе перекручу, посолю, поперчу и буду делать заготовки. Это 400 грамм я оставила. Мало этого запеканку делать. Здесь у меня с рисом. Здесь просто котлетки. В общем, сейчас это все в морозилку уберу. Ну все, на сегодня у меня окончено. Осталось только посуду вымыть.